Меня зовут Самойленко Наталья. Продолжаем рубрику, где знакомим вас с частными садами в Ленинградской области. В каком бы регионе садовод ни находился, неважно, это Калининград, Сибирь, Московская область и Ленинградская, ему всегда кажется, что ему не повезло с погодой. И вот у соседей точно лучше. Вот у них как раз большие красивые сады. А у нас, ну, у нас же вечно четыре врага. Весна, лето, осень, зима. Так вот, этим видео я еще раз хочу подтвердить, что в каком бы климате вы ни находились, сад может быть. И сад может быть прекрасен. Итак, я приглашаю вас прогуляться по этому небольшому частному садику. А на этом все. До скорых встреч. Возможно, в следующий раз мы придем именно в ваш сад. Удачи!